And when you put it from another side, you need a screw. At the end. At the end, yeah, that's it. It's easy. Okay. Андрей, скажи, чем вы заняты в свой выходной и что это? Раздевалку делаем, чтобы нам было удобнее. Это, оказывается, на деле это держатель для туалетной бумаги, но когда его перевернули, там прекрасно подходит для держателя коньков. Кто-то распаковывает, кто-то, как ты, помогает, перекручивает, чтобы на другую сторону крепление было. А я занимаюсь установкой. И мы занимаемся командным делом. И чтобы это было все во благо. Поэтому я думаю, ребята, мне не важно, оценки скажут, что я не я, вы не мы. Самое главное, чтобы было удобно, и они этим пользуются. Самое главное. А вдруг кто-то не захочет, чтобы у него коньки наверху висели? А значит, у него туалетная бумага здесь будет висеть. Подставу бросим кому-то. Ничего. Да нет, это только нужно один раз понять, и будет... Это удобно. Потому что в сушилке коньки пересыхают, на внизу они не высыхают, а здесь как раз самое оно. Мистер Рендо, what do you think about this thing? Great idea from Zubin. Good help from you again. Finally, you did something smart, finally. That's a good one, eh? Yeah, that's not bad. It's count.